В Мариуполе, по данным миграционной службы, остается более 35 тысяч переселенцев. Это уже вдвое меньше, чем с начала боевых действий на Донбассе. В основном это прибывшие из Донецка, Горловки и ближайших к Мариуполю поселков. О том, как выживают семьи, которые оставили свои дома, расскажет Юлия Меньшакирова. Привет, Мадара. Как дела? Нормально. Михаила-младшего из школы встречает его дедушка Михаил-старший. В этой семье переселенцев научились дорожить каждой минутой, проведенной вместе. Это зимой Миша мог просто не вернуться с занятий. Начало свистеть очень сильно. И потом начало бабахать, и мы с мамой легли на землю. Под обстрел эта семья попала в родной Каменке. Село в Волновахском районе, хоть и находится вблизи линии разграничения, но считалось относительно спокойным. В тот день под удар угодил центр села. Снаряды падали возле школы. Поползли мы в школу, внутрь школы, начали сыпаться стекла. Этот кошмар, перепуганные глаза детей огромные. Дети падают все на пол, учителя накрывают их собою. Подбегаю к одной воронке, моих детей нет, к другой воронке детей нет. Все, у меня началась истерика, я начала кричать. Марина с Мишей выжили, спрятавшись в подвале одного из домов. После этого уехали. Сначала переселенцев приютили в Черкасской области. Позже они вернулись поближе к дому, в Мариуполь. Работу найти пока не могут. Небольшую прибыль приносят вот эти поделки. Выручают, я их продаю. Мы зарабатываем на жизнь таким образом. Существенно экономит бюджет большой семьи продуктовая помощь Рината Ахметова. Как мы сейчас получаем эти продукты, мы экономим, получается, намного. Это колоссальная помощь. Он же ведь не только нам, Мариуполю, оказывает. Он же везде, вы посмотрите. Нет ни одних сел, которые бы остались без его внимания. Больше всего переселенцев осело в Мариуполе, Славянске, Светогорске, Краматорске и Курахово. В Луганской области места их компактного проживания – это Северодонецк и Старобельск. Ежемесячно мы доставляем и планируем доставлять не менее 50 тысяч продуктовых наборов на территории подконтрольной Украине. И практически половина этого объема идет на населенные пункты, где проживает большое количество переселенцев. В Мариуполе сейчас зарегистрировано свыше 35 тысяч переселенцев. И больше, чем половине, крайне сложно найти работу, даже временную. Среди людей, которые прибыли в наш город, это люди старшего поколения, это люди с инвалидностью, это мамы, у которых 3 и больше детей. Поэтому для таких сложных, сложных семей, мы ориентируем их на долгие программы поддержки. Мы очень благодарны гуманитарному штабу за помощь. И одновременно сейчас будет разворачиваться несколько международных программ. Недавно Татьяна решила стать волонтером. Будет помогать переселенцам из своего села. Самое главное – жизнь, и чтобы был мир. Больше ничего не хочется. На днях семья отпраздновала день рождения Мишиной мамы. Загадали единственное желание – как можно быстрее вернуться домой. Юлия Меньшакирова, Николай Сыченко, Владимир Конопля. События, канал Украина.